Анатолия. Артём, да? Артём. Артём, да. Откуда? Москва. Москва. Сейчас находимся на 3000 метров над уровнем моря. Гора Кудеби. 306, по-моему. Ну, день замечательный вообще, просто шепчет. После вчерашнего дуя, как говорится. Здесь просто супер. Привет, спасибо. Воу! Здорово! 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 Давай второй! Давай, салага! Че, они первые, да? Да, мы вас поснимаем. Хорошо. Держит, а теперь побежал. Вот поднимает, сейчас побежать надо. Понял, да, когда? Ты должен потянуть меня. Это слабо. Ты не сильно должен потянуть. Так, короче, бежать. Камеры прицеплены? Так, что скажешь-то? Ну, в принципе, да. Побежали?
Я считаю, это меняется. Свободно, так, далеко. Блин, ну круто, конечно, лучше. Но самое крутое, конечно, крутиться и все. Так. Ты понял это, ага. А представь себе, что ты не попробовал это. Да, не надо. Подожди, подожди. Раз, два, это уже два. Сейчас влево уходит, это уже спидно. Или вправо, или влево. И пятюнку давай. Тём, от души. Красавчик. Красавчик. Так, что здесь? Что здесь у вас? Я закрытый. Сейчас распутаем. Секунду. Кость, как дела? Нормально все? Слушай, я верю, но ты не даешь подержать. Не, не. Ну все, я пошел тогда. Будь здоров. Да. Все распутаны. Если чего, подходи, будем рады покататься. Ну что-нибудь прикольное. Тебя сзади расстегнуть, а то ты не расстегнешься.